ладно, посмотрим, что там есть. Вот такая вот гарь. Сплошной кипрей ива вокруг. Остатки леса. Вон далеко стоят деревья обгорелые. Все время пытаюсь понять, что это такое. Это сучья такие на нем. Ну все. Осотовые поля. Пчелы отбиваются от мошки. Наша база, баня, вагон, это моя пасека. Перед грозой. С востока, даже с северо-востока немножко тянет. Ага. Вот такие тучи. Поближе. Кошмар. Нет, ближе никто. О. Найда. Иди нафиг. Можешь озвучивать. Ну что озвучивать? А ты не видишь там приближение вот в этом болоте? Какое состояние вам? Сейчас приближу, погоди, сейчас сниму. О, вид на гарь какой. Вон там далеко, ужас. Дымка. Дымка, ну. Сейчас попытаюсь приблизиться. Плохо видно. Вот тогда же его не было. Да он только зацвел. В низине. Вот в нескольких местах они могут и работать. Вот эти, на четвертом. Ну все. Thank you.
он шумел здесь? Прям в упор. Интересно. Где стоит? Да, вот тут пасеку бы хорошо ставить немного. Смотри, правда, вода какая-то бежит. Ну, туман идет. Все замочил уже. Ладно, стоп.
это дело перед Шпагином. Вот это где там у нас. Уже без 28, Андрей. Грязная, ужас, Андрей, невозможно снимать. А тут стали больше. Спасибо.